Также в рамках визита в Красноярский район губернатор посетил научно-производственное объединение, которое разрабатывает и строит самолеты. В штате 90 человек, действует конструкторское бюро. В 2018 году на трех самолетах-амфибиях самарского производства за 43 дня был совершен кругосветный арктический перелет «Север-Ваш», подтвердивший высокую надежность и качество продукции. Локализация производства составляет более 80%. Пока покупают в основном за рубежом. Если на Малайзию этот пилотный контракт пойдет, то через Малайзию мы осваиваем Индонезию, Филиппины, Сингапур и Таиланд. То есть мы забираем весь рынок. По стоимости. Нет, иностранных аналогов не существует. Руководство компании обратилось к губернатору с рядом инициатив по расширению производства, текущему ремонту взлетной полосы, а также продвижению бренда на российском и международном рынках. Дмитрий Азаров подчеркнул, самарскому предприятию будет обеспечена всемерная поддержка. В том числе и помощь в расширении заказов. ЛА-8 может быть востребован в разных регионах России. Диалог с губернатором очень положительный. То есть он увидел наше предприятие, он его прочувствовал, он его понял. Он понял, какие проблемы стоят не только перед нашим предприятием.